Больше всего на свете это напоминает вирус. Вдруг причина в неисправности транспортатора. Как вариант, может быть серьезное эмоциональное возбуждение. Мы имеем дело с болезнью, которая только подражает афазии. Я думаю, что это естественный процесс разложения для ее расы. Итак, это генетическая мутация в одном гене с развитием холодового аутовоспалительного синдрома. Вы все отлично объяснили. Надо же, какие у тебя большие уши. Тебе кто-нибудь говорил, как они привлекательны? Да. Я полагаю, профессор Мориарти. Привет. Любопытно. Должно быть неполадки в системе пространственной ориентации. Красный Джек! Красный Джек! Красный Джек! Кто здесь? Добро пожаловать, мистер Поттер, наша новая знаменитость. Снэк хотел убить меня. Мы снова встретились. Волан-де-Морт.